Я там взвешивался, короче, вчера, по-моему, когда поел, вот прям поел, попил. Было 81 килограмм или чуть поменьше, то есть максимальный вес 81 килограмм сейчас. Это реально прорыв, прогресс. Я еще со вчерашнего дня, со второй половины, ну, как вот у меня Жека стрельнул сигареты, с ним покурили два раза во время работы, затем, ну, он не работает. Затем я больше не курил, и вот сейчас я тоже не курю. Пока что вроде нормально так, более-менее. Флуоксетин вчера одну капсулу принял, ну там 20 миллиграмм, маленькая. Ой. Эти листья, вот я вот убрал все листья, целый мешок и еще ведро. Тяжелый мешок на плече нес, так они снова нападали, как будто не убирал. Такое ощущение, какой-то смысл их сейчас убирать. Может быть, зря время, только силы тратишь, не знаю. А танк, короче, у меня там, значит, три советских танка. Это Т-70 третьего уровня, Т-34-85М. Это самый такой лучший танк в игре. Я на нем больше всего играл по статистике. И танк штурмовая ПТСАУ 10 уровня. Объект 268, вариант 4. Ну, это самый такой, типа, считался имбовый. Потом его пофиксили. Теперь уже не очень. Ну, хотя я просто не умею на нем играть. Но, по идее, это вот раньше было вообще имба прям. Непробиваемая. А сейчас его пробивают. Еще в рандоме там попадаешься, тоже играешь сам на объекте 268/4. И против тебя противник тоже на таком же объекте, ему стреляешь в подзорную трубу. Попадаешь, бывает промахиваешься, или попадаешь в броню, или рикошет. Я бы сделал, что если попадаешь в броню, допустим, по прямой, то урон наносится, но небольшой. Хоть что-то сделали бы. Потому что ты испытываешь даже небольшое давление, если хоть какой-то небольшой урон наносишь. А так ты вообще не пробиваешь броню лобовую. И все. Там девушки курят. Я бы мог пойти попросить, но что-то лишь не хочу курить, не хочу начинать. Короче, у меня там еще танк Тигр. Два премиумных. Из Тигра первая. Тигр 131. Японский Тигр. И Тигр первый, прокачиваемый. Какой здесь? А, адрес.